Ну что, друзья, добрый день. А сегодня мы приехали в один из самых роскошных отелей. Это комплекс Regent Porto Montenegro. Отель для изысканного люксового отдыха в Черногории. Идем смотреть, чем же нас порадует Regent Porto Montenegro. This time I ain't gonna run away. Вот так у нас выглядит ресепшн. Здесь у нас по правую сторону сначала консьерж-сервис. Много зон для отдыха. Живые цветы, как атрибут хорошего, дорогого отеля. И вот по левую сторону, такой же, как консьерж, у нас есть ресепшн. Далее там терраса. Так понимаю, что зимой здесь включают камин. Пожалуй, это безумно уютно. Очень стильный дизайн. Вот эти вот диваны с окантовкой. И вот дальше у нас находится Murano Restaurant. Это основной ресторан отеля. Идем смотреть. Сейчас мы с вами пришли в главный ресторан. Вау, посмотрите, какая инсталляция. Такого еще не видела в ресторанах. Ресторан сейчас работает по системе а-ля карт. И работает этот ресторан только на завтраке. Очень уютная терраса с видом на марину. На выходе из ресепшена такая вот уютная терраса. Здесь очень тихо, очень спокойно. В этом отеле находится порт, очень много яхт. В отеле также есть еще один ресторан. Можно это больше назвать какой-то кафешкой, патиссерий, которая работает на обед и ужин. Сейчас вам немножечко покажу, что здесь подают. Мороженое. Здесь уже все идет за дополнительную плату, экстра чардж. Смотрите, такие классные тарты за 5 евро. Различные напитки, фреши. Очень интересно. И с выхода на вот такую вот террасу. Фонтанчики. Класс. Сейчас мы пришли в зону спа. Посмотрите, какой Infinity Pool. Небольшой. Такие вот лежаки. Здесь можно посидеть, отдохнуть, перекусить. Такой вот вид. И обзор номера категории стандарт в отеле Regent Porto Montenegro. Посмотрите на эту роскошную ванную с окошком прямо в номер. Сейчас покажу вам косметику. Косметика ароматерапи. Хорошая косметика. И вот очень удобно. У нас здесь есть две раковины. Стоит везде водичка. Очень актуально сейчас наличие антисептика. Но помимо ванной у нас также есть душевая кабина. И идем смотреть, как у нас выглядит сам номер. Вот посмотрите, сам отель по дизайну, стилистике корабля, можно так сказать. Очень приятная цветовая гамма. Есть рабочая зона. Еще Wi-Fi, кстати, очень важно для многих, кто привык на отдыхе активно работать. И, конечно же, посмотрите на этот вид. Именно в этом номере французский балкончик, но есть еще обычные балконы. Красота. И обзор номера категории Junior Suite. Смотрите, какая терраса, с каким видом, вот сразу уже видно. И переходим в спальню. Тоже там есть терраса, рабочая зона. Сейчас немножечко покажу вам ванную.
Мне сразу есть душ. И, конечно же, ванная. Очень удобно, что есть как душевая кабина, так и ванная. Такая же косметика ароматерапия. Удобные шкафы. Мне очень нравится дизайн отеля. Очень спокойный, приятный. Способствует отдыху. Вот здесь у нас есть один вид с одной террасой. То есть независимо от заката, восхода солнца, вам будет очень комфортно. Здесь, посмотрите, лежаков нет, но есть такие вот подставочки для ног. Очень комфортно. Конечно же, роскошный вид. Сейчас мы пришли в спа. Это закрытый бассейн в отеле Regent Porto Montenegro. Кстати, вот обращу внимание, что очень приятный цвет самого бассейна. Очень приятный дизайн, лежаки, все очень стильно. За счет такого количества зелени нет ощущения, что вы вот в закрытом пространстве среди голых стен. Здесь у нас есть хамам. Steam bath. Турецкая баня. Сауна. Любое ваше пожелание. Ну и, конечно же, водичка с имбирем и лимоном. А мы переходим дальше по территории отеля, к корпусу Аква. Здесь есть различные бассейны, как для детей, так и для взрослых. Если вы хотите что-то выпить, перекусить, здесь вот есть бар, где вам сделают различные напитки, крепкие, некрепкие, чай, кофе, коктейли. И вот так это все выглядит. И это новая зона отеля с бассейнами, которая была открыта только 2 года назад. Здесь есть Infinity Pool с прекрасным видом. Он расположен между 2 корпусов, эта зона. Кабаны, которые бесплатны для гостей. Но здесь очень комфортные лежаки, поэтому даже не вижу смысла в этих кабанах. За счет большой растительности и так очень уютно. Отель не пустой, люди в отеле есть. Достаточно много отдыхающих. Сейчас мы смотрим апартаменты в отеле Regent Porto Montenegro. Сейчас я покажу вам. Здесь у нас душевая кабина. Очень красиво вот там стоит косметика. Полочки встроенные. Кстати, есть шлепанцы для пляжа. Никогда такого раньше не видела. Такая вот уютная небольшая спальня. С небольшой террасой, лежаками. Здесь она находится в тени. Не будет жарить солнце. Система кондиционирования хорошо работает по всем апартаментам. И идем смотреть вторую часть. И в апартаментах у нас есть кухня. Здесь даже есть духовой шкаф, тостер, чайник, кофемашина Неспрессо. Зона для отдыха. Кстати, какое стильное сочетание цветов. Это вот окантовка на всей мебели. Очень красиво смотрится. Выход на огромную террасу. Здесь у нас, можно сказать, зона для отдыха и чаепития. А вот здесь уже у нас также есть стол. Мы можем присесть, поужинать, пообедать всей семьей. И очень близко у нас сразу же бассейн. Расположение этих апартаментов очень комфортабельное.
друзья, мы провели полную индивидуальную инспекцию отеля Regent Porto Montenegro. Отель для взыскательных туристов. Отель для туристов, которые привыкли к сервису уровня премиум. И я настоятельно рекомендую люксовым, взыскательным туристам именно этот отель, который находится в прекрасной, красивейшей марине с яхтами, где подаются вкуснейшие завтраки и прекрасное обслуживание. Этот отель 100% вам понравится. This time I ain't gonna